Дверище, где-то остался. Фото, фото. Теперь все убрали руки. Сейчас налью себе душистый чай. Так, деревенская жизнь, это вам не хухры-мухры. А мы идем с вами. Отлично. Доброе утро, мои хорошие. Давно я не наблюдала рассвет. Время 6 часов утра. Как только я встаю, приходит подлиза. И начинает... Смотрите, что делает. Погладь меня. Ты мой сладкий мальчик. Он так рад, что я в 6 встала. Неужели его сегодня покормят в 6? А то он не может дотерпеть, пока я встану. Завтрак. Он 3 штуки такие съедает за день. Я, короче, решила немного помонтировать. По идее, мне из дома нужно выходить ориентировочно в 8, а я встала в 6, чтобы смонтировать и выложить для вас материал, чтобы на канале было видео. Кто не смотрел мои предыдущие влоги, наверное, не в курсе, я сегодня еду в деревню. И время уже 7:30, у меня всего есть 30 минут, чтобы собраться. Я даже не знаю, что надеть. Со вчерашнего дня я должна была собрать сумку, и как вы думаете, я собрала ее? Нет, конечно. На самом деле я могу себя оправдать, потому что вчера я сделала столько дел. Успела погулять и с Шейли, и пойти на лазерную эпиляцию. В общем, много чего успела, поэтому придется со скоростью света сегодня это делать. Я сегодня встала в 6, потому что нужно было еще смонтировать видео. Я планировала смонтировать и выложить 2 видео, но проблема в том, что, по идее, смонтировать-то я могу, но это все сохраняется долго. До сих пор видео сохраняется только на компьютер, а мне еще надо его кинуть в YouTube. Короче, замкнутый круг. Видео до сих пор загружается, печальненько. Я решила надеть вот этот спортивный костюмчик, потому что в нем будет максимально удобно. Его не жалко, так скажем. Вот, и снизу надеть какую-то маечку, чтобы, если что, я могла это снять и быть в маечке. На длинную дорогу мама приготовила нам вот такие хот-доги из слоеного теста. Они такие мягкие. Я сейчас буду все это помещать в такой органайзер. Кстати, в покупных хот-догах обычно бывает ужасная сосиска. Здесь нереально вкусная. Это кёзлеме, мои любимые. Вот, как раз на каждого человека по одному хот-догу. Покушаем по дороге. Еще бы чай с собой, но, к сожалению, у нас разбился недавно термос. Надо купить новый. Поэтому беру салфетки, все это в пакетик и в сумочку. Подготовила все то, что я возьму с собой. Естественно, ключи, наушники. Здесь моя зубная щетка и мыло. Спальный костюм с брюками. Расчесочка моя любимая. Кошелек с денежкой. Жвачечка, чтобы не воняло изо рта. Парфюм, который не жалко в случае, если я его потеряю, как освежитель воздуха. Тональный и блеск для губ. Обязательно. Взяла дополнительную флешку, резинку, зарядку. Еще зарядку надо от телефона. И все это мы будем помещать в походный рюкзак. Когда я иду с ночевкой или куда-либо, я обязательно беру этот рюкзак. Кстати, ему на замену нужно купить спортивную сумочку чуть побольше, чтобы прям все поместить. Кстати, такой вам лайфхак. Здесь у нас, кто не знает, есть функция в YouTube, чтобы сохранить видео. То есть скачать его на телефон, и без интернета спокойно вы можете его смотреть. Причем это делается недолго. Буквально 3-4 минуты, и всю дорогу я буду смотреть новый фильм. Соки купим по дороге. Запаковала вот так клубничку. Это чтобы просто чисто в дороге. И сосиски в тесте. Спасибо мамочке за то, что утром встала, приготовила на дорогу. А вы говорите, выходи замуж. Зачем?
Я уже готова, хотела уже выходить. Мне двоюродный брат сказал, что пока что не выходи, я тебе скажу, когда надо будет выходить. Как вы думаете, что я решила поделать? Что-то полезное. Колбасочка вкусная. Договорились, 8. Мама всегда говорит, что если Джабраил сказал 8, будь готов к 10. Ну, я готова, сейчас завтракаю. Мама заставила взять еще вот эту желтую. Здесь еда, подарок на днюху. И я вот такая вот. Мама сказала, возьми еще одни джинсы, еще один свитер. Я говорю, господи, таскать неохота всего на один день. Ничего страшного не произойдет. Мама говорит, а вдруг испачкаешься, а вдруг еще что-то. Я думаю, да ладно, таскать неохота. Так удобно, что мы живем в одном дворе. Вот я спустилась, жду их. Все, мы уже в дороге едем. Прямая трансляция здесь. Хотела сказать, жена моего двоюродного брата, дочь моего двоюродного брата. Ой! Скачала фильм, но так его и посмотреть не смогла, потому что тошнит. Когда смотришь фильм, тошнит, решила поспать. Здесь опять ремонтируют у нас дороги. Как тебе болит о дороге? Супер, просто как, супер. Как по маслу, да? Конечно. Небольшой перекус во время дороги, чтобы чай. Я хотела чай в термосе взять, потом я вспомнила, что термоса нету. Он разбился. Ой, небольшой перерывчик. Сейчас будем здесь фоткаться. Немного пофоткались. Я просто здесь снимать не могу, потому что ужасный ветер. Прям задувает в микрофон. Но пару фоток здесь сделали. Ждите в Инстаграме. Альбиночка играет мою любимую игру. Признавайтесь в комментариях, кто тоже играет. Там есть, кстати, две части. Одна часть про сад, а здесь про дом, строительство дома. Короче, это известная святыня, вы хотели больше полезной информации. Кто загадывает какие-то желания, приходит сюда просить у Господа Бога. А еще я слышала, что сюда приезжают, и вот эти вот горы все нужно пройти до конца, чтобы исполнилось твое желание. Здесь я не одна. Сперванет. Как тебе наш отдых? Как ты, самое главное, как тебе идти? Она подумала, что это покупное, а нет, это собственное производство. Ты можешь очень так? Очень вкусно было, да. Она, кстати, приготовила такой торт, аж весь этот салон пахнет. Да, растаял уже. С марципаном там все такое интересное, я вам покажу по приезду. Ну, немного нам осталось, да? Сейчас где-то дороги. Сейчас. Вот такого типа дома строятся у нас в деревнях. У нас у бабушки тоже по типу такого дома. Обязательно из кубика, не как в России, с кирпича. Здесь мороженое, кстати, дешевле, чем у нас в Баку. Заметила, это берем. Увозим в Баку. Это я как это ватные диски из России привозила. Потому что дешевле.
Я самое обычное люблю. Шоколадное вот это. Что подешевле. Самое обычное это белое. Классика. Короче, вот такие здесь магазинчики интересные. Отличаются от наших. Как будто из 90-х магазин. Купили мороженое. Время 12, и мы только доехали. Смотрите, какое мороженое взял Камиль. Какое мороженое взяла Прван. Они взяли одинаковое. Я люблю простое и шоколадное. Мы уже доехали. Здесь такое лезгинское блюдо. Называется шакука. Если вы хотите, мы можем для вас снять даже рецепт на мамин канал. Узнаем здесь. Украдем рецепт, выдадим за свой. И заработаем денег. Так деньги делаются, ребят. Смотрите, что здесь есть. Ой, сейчас поверну камеру. О, качельки. Я нашла себе место. И вы прикиньте, Первана рассказывает, что вот эти качели были у них в Баку на 9 этаже на балконе. Как круто, правда? Это папа их смастерил, а потом уже привез сюда, в деревню. Я вообще скачала 2 фильма, думала, по дороге буду смотреть, будет интересно и так далее. Но как только я начинаю смотреть фильм в наушниках, у меня сразу появляется тошнота. Не знаю, у меня у одной так или у всех. В общем, такие неприятные ощущения. Мы приехали, здесь обалденная погода. Так классно нас встретили, выпили чаек. Я всех тут снимать, конечно, не снимаю, даже не спрашиваю у них. Возможно, они стесняются, например, мне сказать «нет, не снимай» и так далее. А возможно, они не хотят попадать, например, в кадр. Поэтому все учитывается. Но я уже присмотрела вот здесь местечко. По мне, очень красиво здесь сделать пару фотографий для Инстаграма. Ну, я в таком виде, вообще не инстаграмном, конечно, но в ютубном. В ютубе можно по-любому. Вот здесь сделаем идеальные фотографии, которые вы можете увидеть в моем инстаграме. Почему нет? Еще, кстати, если сравнивать землю в Баку и у нас, вот в зоне Хачмаза, здесь земля намного более плодородная, так скажем. Здесь больше зеленых. Опять уронила телефон. Я его потеряю, в конце концов. В общем, здесь больше деревьев, зелени всякой, и оставаться мы будем в этом доме. Сегодня я оператор видео. Мы в районе Хачмаз. И я снимаю для Айки влог. Ой! Мы делаем тут кутабики вкусные, лезгинские, чисто с зеленью. Смотрите, какая вкуснятина у нас здесь получается. Целый день будем кушать и лежать при такой классной погоде. Лежать я не уверена, что вы успеете прилежать. Ты приготовил для нас какую-то работу? Нет, вы пока будете кушать, уже будет ночь. Тоже пойдете спать. Не успеем, да? Посмотрите, сколько зелени здесь. Они прям делают такие смачные, где много зелени. У нас здесь много. Приходите к нам на огонек. Мне раньше часто писали в комментариях, что у меня нету вкуса, тыры-пыры. Я решила сделать так. Выложила фотографию в Инстаграм, последнюю, и все там написали, что классно, потрясающе выглядишь, круто. И я решила прислушиваться к вашему мнению. Заказывала одежду с сайта Shein, и все вещи выбирали для меня вы. Нет, не все, вру. Ой, господи, дом 2 это.
В общем, вещи выбирали вы. Я ставила в историю две вещи, между которыми я сомневаюсь. И вы делали выбор. И все, что вы выбрали, я заказала. Еще плюс 5-6 вещей, которые нравятся мне. В общем, еще один заказ едет с сайта. Надеюсь, что все дойдет. Кое-что еще выбрали мамочке. Но мама все сомневалась. В конце сказала, нет, не хочу. Посмотрю на качество вещей, которые придут тебе. И после этого решу, стоит ли мне что-то там заказывать. Ну, блин, это так занимательно, так интересно. В Инстаграм выставляю две модельки, между которыми я сомневаюсь. И вариант, который вы выбираете, потом его и заказываю. Так что обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, там очень много интересного. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Кто не подписан еще, обязательно подписывайтесь. Мы, кстати, вот здесь вот фотографировались. Фотография тоже получилась классная. Да и вообще здесь такая атмосфера. Сейчас, минуточку. Вот. Помните, я вам рассказывала, что у нас есть почти 1,5 гектара земли, и там мы посадили орехи. Вот вы, например, покупаете в супермаркете фундук или покупаете шоколадки Alpen Gold с фундуком. Фундук как раз-таки растет у нас здесь, в этой области, в Хачмазе. И это деревья фундука. Вот так вот они выглядят. Собирать деревьев не нужно. Орехи падают на пол. И вот здесь люди ходят и собирают. Реально это сложно, на самом деле, собирать. Очень трудоемкий процесс. Но что поделать. Кстати, вот что хотела показать. В общем, две маечки. Вы выбрали эту. Дальше между этими двумя платьями вы выбрали вот это платье. Дальше вот это. И все-все-все я заказала. Так что ждите примерочку. Надеюсь, что все придет удачно и я останусь довольна. Когда я заказывала, Шелли тоже хотела сделать заказ, но я ее остановила вовремя. Я ей говорю, подожди, давай обе не будем наступать на одни и те же грабли. Я сделаю заказ, если мне придет, ты посмотришь на вещи, какого они качества. Если ты останешься довольна, сделаешь тоже заказ. Чем вдвойне рисковать, лучше только я рискну. Это, я так понимаю, грядки с зеленью. Откуда я знаю, когда у нас был частный дом, мы тоже вот так сажали. Очень удобно. Во дворе у тебя растет зелень, которая, ты знаешь, что не подвергалась никакой обработке. Просто естественная, натуральная. Рвешь со своего огорода и кушаешь. Вчера была на Лазаре, и по идее мне нельзя сидеть на солнышке. А я всю дорогу сидела у окна, и солнышко прям пекло. А потом мы предъявляем салонам лазерной эпиляции, что у нас появились пятна. Причем сами виноваты в этом, но кто это докажет? Ой, здесь какой-то песик, но говорят, что он кусается. Только не меня. Смотрите, какая собачка к нам пришла в гости. Я, честно, побаиваюсь немного, но... Ой, сладкий. Может, что-то дадим ему? Хлебушек. Что дать? Афар будешь? Он такой толстенький, видно, что хорошо питается, хорошо живет. Сладкий? Ой, какой мальчик. Я бы тебе Твикса привела бы, если знаю. Кусаются, они здесь не кусаются, потому что мы свои. Да? Да. Кусаются? Когда к ним во двор идешь, кусаются. Посторонний, когда все не трогать, это она посидит кушать. Интересная особенность собачки, когда ты идешь к ней во двор, то она кусается. Но когда она приходит к тебе в гости, то она не кусается. Вот мой Твикс, что ему дашь, он не ест. Он такой капризный, поэтому худенький. Ему только красную рыбку. Сосиски он любые не ест. А этот кусок хлеба дашь, счастливый ест. Нармина, ты не боишься? Очень милый, добренький. А еще здесь такой звук, потому что здесь вода. Ручей прям во дворе. Правда, естественно, оттуда воду пить, конечно же, нельзя. Но просто классный звук. Это второй этаж.
Здесь такой огромный балкон. Раньше модно так было. Бабушка всегда рассказывала, что у кого был такой большой балкон деревянный, тот считался богатым. Это двор. Кто-то здесь моет ручки. Нет, не ручки, носочки. Подожди, бери это. Болит? Что такое? Я тут просто природу снимала, и ты попался. Ты часть природы, все верно. Сюда бы классный какой-то гамак лежать. Суши, вот сюда бы суши. Вот прям сюда суши, колу. Вот грузинские хинкали. И не то, что мукбанг забабахать, просто поесть. А можно и мукбанг. Знаете, что меня очень сильно удивляет в деревнях? Настолько вот такое огромное доверие между соседями. Это соседский дом, это соседский сарай, а здесь калитка, которая всегда открыта. То есть куры могут и туда, и сюда. То есть соседи между собой, то есть в отличных отношениях. И нету ни стеснения, ни недоверия, так скажем. Это круто, конечно. Здесь у нас мясо. Будет шашлычок, как я понимаю, из курицы. Наедимся, нажрёмся тут, я чувствую. Вроде рано встали, знаете, день такой длинный, кажется. Позвонила мама и сказала, что она тоже хочет поехать в деревню. Ей позвонили из деревни и сказали, что, в общем, есть дела, которые нужно решить там. Я решила, что не буду уезжать, пусть мама тоже приезжает. Это не наш дом, кто еще не понял, это дом жены моего двоюродного брата. А я поеду отсюда в дом нашей бабушки, получается. Эта деревня находится рядом с этой деревней. И там, наверное, где-то недельку останусь. Но я не знаю, там будет интернет или нет. Придется подключиться к соседям. Не знаю, разрешат они или нет. Потому что на телефоне у меня мобильный интернет, а на компьютере интернета, естественно, нету. И этот вопрос нужно как-то решать. Я решила, что завтра утром я не буду возвращаться с моими любимыми обратно, а подожду маму. Я какая-то вся покраснела, не знаю почему. Какой-то жар у меня. А здесь зашла моя подписчица. И все, она вышла, она уходит. Не знаю, мне что-то с лицом. Прям вот покраснело лицо. Я очень сильно хочу спать. Потому что вчера я уснула где-то в 2. И сегодня я проснулась в 6. А вы знаете, почему я проснулась? Я проснулась так рано, потому что нужно было смонтировать видео и выложить. Я собиралась и влог смонтировать, и мукбанг. Но, к сожалению, успела только мукбанг. Влог у меня остался уже на другое время. Айнур спит. А мы идем снимать шашлык. Они твоих поэтов поклонники. Отлично. Альбина, аккуратнее, сейчас ты ногой мою камеру залетишь. Я даже не вижу. Что? Что за класс? Не, а ее разбудили. Ее котик разбудил. Да хватит, Альбина. Я на запах этого, на запах шашлыка встал. О, здесь вовсю костер. Альбиночка говорит, не пахнет шашлыком, а просто потому, что его пока что не жарят. Просто потому костер. Что нету шашлыка. Ну нету пока что, потому что не готово еще ничего. Я спала, проснулась. Что-то я покраснела, или мне кажется. Нет? Что-то камера так показывает, как будто у меня прям щеки покраснели. Резко похолодало, я вот налила горячий чай, точнее мне налили. Готовимся к шашлыку. Сейчас будем накрывать на стол, вытирать тарелочки, раздавать и кушать. Мы закончили. Нурия тут сложила салфетки аккуратненько. Я сложила тарелочки. И все, в принципе. Тут все говорят, что не любят жир.
Как можно жир не любить? Вот, скажи, Дайна, скажи, не понимаю я этих людей. Кусочки жирные, это же нечто. А это что, это баранина? Да. Интересно. У меня такой прикид, я похожа на бомжа. Еще в шапке. Причем кроме меня никто не в шапке. Только мне холодно. Маэстро, рассказывайте, что вы делаете. Сейчас мы все будем поджаривать на этом жире. Это уже мясо, да? Да, это просто мясо. Выглядит безумно аппетитно. Это другое мясо. Аромат такой стоит. Уже это соленое, правильно? Нет, соль мы сейчас будем добавлять. Соль не сеть? Мясо не питает. Это мое коронное блюдо, между прочим. Второй раз в жизни готовлю. Дальше у нас жарится внутренности у нас эти. Легкие и печенка. Я люблю именно легкие, но говорят, что полезнее печенка. Да. Прям аккуратно так нарезаем и жарим. Я пошла искать деревяшки для костра. Надеюсь, это не соседские деревяшки. Опа, я нашла. Ой, что-то какой-то... Слишком мелкий. Слишком длинный, но его можно сделать вот так. Что-то он гнется, мнется. Господи. Деревенская жизнь очень сложная. Вот. Так, деревенская жизнь — это вам не хухры-мухры. Это работа. Чтобы развести костер, нужны дрова. Сразу видно, я с опытом. Сейчас. Ебать. Ой. Чтобы потом с чистой совестью кушать шашлыки, нужно нарубить дрова вот таким образом. Погнали, Альбиночка. Только этот заход не снимаем. По-моему, они что-то посадили. Я запутал. А здесь что будет? Где? Здесь. Шашлык. А там уже шашлык. А там машлык. Шашлык, машлык. Поняла. Как все просто. Ушел. Шашлык, машлык. Да, да, да. Здесь бедное дерево завянет с нашими этими походными. Мюхала паэнчина. Мюхала паэнчина. Мюхала паэнчина. Мюхала паэнчина. Оказывается, это грибы. Давайте попробуем. Я сам маленький кусочек возьму. Как у тебя? Вкусно. Как-то необычно, да? Да. А что за грибы? Это лисички или что? Нет. Это? Нет. Это не похоже. А, так и знает, что за грибы? Сморчок. Это сморчок. Я даже не слышала. Надо сюда приехать совсем летом, потому что здесь есть виноград. Я очень люблю виноград. Особенно, когда срываешь его оттуда, с ветки. Это грибы и картошечка уже. Что же? Грибы, кстати, очень вкусные. Где их купили? Собрали, они купили в лесу. Да. А они не ядовитые? Нет, нет. Сморчок обыкновенный называется. А я просто не пробовала и на прилавках тоже не видела. Бараны живут. Бараны живут называются. Так, иди работай. Не вырезай ноги. Пусть все будет естественно. Не знаешь как? Я на процессе монтажа потом очень много всего удаляю. Так еще плюс всегда. Еще плюс сейчас ветер. Непонятно, как там задувает. Знаете, самое тяжелое что? Ты один на один встречаешь своего подписчика, и он задает все тебе вопросы самые каверзные. А почему так? А почему ты здесь сказала это? Причем подписчик с хорошей памятью. Лучок, соленая водичка и самое главное, ой, шашлычок. Такой аромат стоит, жалко, видео не передает запахов. Ой.
Здесь зелень, я прям потоптала немножко. Это уж мастер-класс от моего босса. Как надо действительно в жизни кайфовать и отдыхать. Пожалуйста, пожалуйста, это тебе. Ой, спасибо. Опа. Это не получается. Хорошо. Я тут все... Как это вкусно, ты гений. Ага, спасибо. Не хочешь заняться продюсированием моего канала? Бунда, 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 бунда. Кто не ел? Бугулама, бугулама. Пацана. Как тебя? Зверище, где ты остался? Теперь все убрали руки. Самое основное блюдо в этом блюде. Мексиканский перец. Вот, вот так сюда ставим. Это то, что острый? Да. Не слишком остро будет? А мы уже не разрезаем. Он не будет острый. А мы же его не разрезаем. В огонь упадешь чуть дальше. Там есть зум. Все. Еще 5-10 минут будет поваривать. Сказали руки убрать, Джабраил. Не, я пока ставил. Нечестно. Все. Ой, вот где жулик натуральный. Где орудуют жулики? Па! Мало газа, пал. А я сразу картошку. Мало тата жизни, шагарцы кускус у тюняни не сгли. Давай, давай, давай. Не снимай. Так сюда надо, чтобы снималось. Умолды галерина все. Это из чего? Из курицы, да, правильно? Это вот, нет, какая курица? Вот это то, что мы на шашлыки отделили, остаются косточки, которые на шашлык невозможно. Это мы все сюда. Помидорчики, перчик и лук. И накрываем крышкой. Вы не знаете, что они делают? Они играют в прятки. И как вы думаете, кто не играет? Почему ты не играешь? Какой я этот? Ты очень даже ничего. Да, спасибо. Спасибо. Только мы не играем. Удивительно, да? Мы потому что не знаем правила. Нам никто не говорил. Нам предложили, нам сказали, что идемте играть в прятки. Мы сами не пошли, мы просто угораем над ситуацией. Я в шоке. Причем играют все. Вообще, мне очень нравится в людях простота. Вот это самое главное. Да. Хорошая черта. Снимай, снимай. Пусть не видно. Клеенка здесь не видно. Главное, что это весело. Уже шашлык вовсю готов. Посмотрите. Какая прелесть, такой аромат стоит. И еще вот здесь жарится куриный шашлык. Ничего, сидим здесь. Сейчас будем кушать. Уже шашлык готов. Я попробовала очень вкусный шашлык. Я выбрала там самый жирный кусочек, который был. Я обожаю, когда кусочек... А тебе не интересно? Сейчас камеру упадет. Я камеру уже в такие места кладу, реально. Она скоро разобьется и сломается. Сейчас камера стоит на бокале. Но это еще хороший вариант. Про меня забывайте всегда. Что? Не поняла. Наоборот. На бокал. Бокал сверху камера. Ребят, я чувствую, что я начинаю болеть. Я чихаю, у меня отбили ручки. Что за музыка? Сейчас авторское право и монетизацию снизут нафиг. Я что тут распинаюсь, а там монетизацию снимут. В общем, мне очень холодно. Я прям, мне кажется, завтра с температурой слягу. Потому что я постоянно дома. Я не привыкла к таким пылевым условиям. Ну что, сними мукбанг заранее? Нет, мукбанг надо снимать с микрофоном петличным. Я когда покупала эту камеру, не обратила внимания, что, оказывается, там нету выхода для микрофона. Это я потом обнаружила. Но потом у меня в голове появилась идея, что снять мукбанг на телефон. Но потом, оказывается, здесь нету разъема для микрофона, представляете? В телефоне за... Сколько он? В таком дорогом телефоне...
Вот для наушников есть, а для микрофона нет. Хотя, может быть, туда же можно и микрофон засунуть. Но в любом случае мой микрофон точно не подходит. А у меня супер чувствительный, специально, чтобы было слышно вот этот вот жевательный процесс. Наконец-то мы приступаем к самому главному. Слушай, да, я просто снимаю, ты можешь, все должно быть максимально естественно. Давай, налетай. Темно немного, не видно. К сожалению, здесь освещение не очень. Почему, к сожалению? Хорошо, хорошо ты думаешь? Это романтика. Такой стильный. Слышите? Это азан. Я еще сверху надела еще одну жилетку, потому что очень холодно. Сидим там, еще простыну. Вот завтра, как и планировалось, я еду в деревню, где я как раз-таки родилась. Приведу там немножко дом в порядок, и приедет бабушка с мамой. Я, если честно, немножко побаиваюсь, потому что бабушка пожилой человек, погода холодная достаточно, но она сама хочет. Куда делась зарядка моя? А, вот. В общем, она сама хочет приехать, потому что это ее родной дом. Она здесь не была, можно сказать, 2 года, потому что был коронавирус, были ограничения. И, кстати, были в основном возрастные ограничения. То есть пожилым людям нельзя было ехать в районы, в деревни, потому что они больше были подвержены воздействию этого вируса, так скажем. Изначально вообще люди очень сильно паниковали, сейчас как-то все забили на все это. Что случилось? И хочу торт. Ну, хотя бы посфоткали. И кушайте торт. Я не хочу. Хорошо. Меня зовут на торт. Я что-то не хочу. Я же вам говорила, я не особо люблю тортики всякие. Главное, шашлык поел. А вот о чем я говорила, меня сбили. Ну, в общем, бабушка давно не была в деревне. Именно из-за этих возрастных ограничений, коронавируса. Сначала она сама боялась, а потом нельзя было ехать. Нужно было получать обязательно разрешение. А это все Марокко. Блеск заканчивается, слава богу. И в пустые баночки. Так что я здесь, в деревне, конкретно задержусь. Вот такая деревенская обстановка. Такой потолок, стены. Мне напоминает мое детство. Я выросла вот в таком доме. Как раз его покажу. Где-то, наверное, завтра или послезавтра выйдет видео. Как только сниму, обязательно рум-тур сниму. В общем, у нас тоже там дома есть такая печка. Ее будем затапливать. Ни о каком отоплении и не было речи. В общем, я родилась и выросла вот в таких условиях. Нет, выросла, наверное, вру. Родилась скорее. Иду чистить зубки и смывать макияж. Надо было взять с собой какие-то шлепанцы. Хорошо, что есть горячая вода. Вы уже умылись? Да, нет. Нет? У Перван есть этот, чтобы смывать макияж. Теплая печка, горячий чай. Сейчас налью себе душистый чай. Все, я уже без макияжа ложусь спать. Мы с вами увидимся завтра в новом влоге. Завтра тоже буду снимать, но уже буду не у них, а у себя дома в деревне. Буду снимать, как я делаю хлеб. В общем, очень много всего интересного произойдет завтра. Так что смотрите, всех люблю.